Мои маски самые лучшие и эффективные, потому что они легко омолаживают лицо на 20 лет. И сегодня я подготовила для вас рецепт замечательной маски, которая помогает справиться с морщинами и с пигментацией. А еще она от купероза помогает. И чтобы сделать эту мощную омолаживающую маску, необходимо взять 1 чайную ложку муцина улитки, 1 чайную ложку геля алоэ и половину чайной ложки витамина Е. Перемешайте все компоненты до получения однородной консистенции. И потом нанесите эту маску на все лицо, на шею и на декольте. Также ее можно наносить под глаза. А чтобы усилить действие этой маски, то поверх нее можно выполнить массаж вот такими вот микротоками. И ссылку на этот аппарат из AliExpress я оставлю в описании и в комментариях. Через 20 минут, когда маска поработает, смойте ее прохладной водой и потом нанесите на кожу увлажняющий крем. И делать такую омолаживающую маску необходимо 2 раза в неделю, в любое время суток, либо утром, либо вечером, как вам удобно. Только, пожалуйста, не забудьте перед первым применением новой для вас маски обязательно сделать тест на аллергию на сгибе локтя. А про омолаживающие свойства каждого компонента этой маски я подробно расписала в своем блоге. И ссылку на свою статью я оставлю в описании и в комментариях.